утро! Мы у бабушки проснулись. Какая у нас ночь была? Кто там завтракает? Кто там завтракает? В общем, расскажу о нашей ночи. Джашек спал прекрасно. Скарлетт спала чудесно. Это самая Тринити наша. В общем, на этом диване она никак не могла заснуть. Вначале там сидела кошка. И она ее боялась. Кошка на нас шипела. Я ее не могла выгнать, потому что она меня шипела. Это самое. Наконец-то Тринити там попросила... Не-не-не, ей лекарство надо было брать. Мы, короче, пошли взять лекарство. И кошка выбежала из комнаты. И я быстро ее закрыла. Комнату. Ага. Это самое. В общем... Она тынялась, и наконец-то... Она заснула на диванчике. Через некоторое время она проснулась опять, говорит, я хочу молоко. Я ей дала молоко. Мы вернулись обратно. Через некоторое время она давай страдать, что она не хочет спать там. Не помню точно, но, короче, опять она молоко попросила. Мы пошли опять за молоком. И когда мы пошли на кухню за молоком, то, вижу, там кошка. Я включила свет, а кошка что-то там пытается с пола взять. Я смотрю, червяк. А потом присматриваюсь, это не червяк, это змейка. Ужик или что это такое? Там прям язык видно, она высует. Короче, заползла к нам эта змея. И она пытается ее и так взять, и так. Я хочу подойти, чтобы эту змею взять этой полотенцем бумажным. А та на меня шипит. А мама взяла снотворное, видно, ничего не слышит. Наконец-то уже кошка схватила эту змею и давай убегать с нею в темноту, в комнату. Я давай уже крикнула на нее. И мама наконец-то проснулась. В общем, мама схватила эту змею, смыла в унитаз. Это самое, кошка забежала в спальню опять. Я говорю, мама, выгоняй эту кошку. Я говорю, у меня ребенок спать не будет. Ну, короче, наконец-то мы змей, кошек выгнали. Тринити типа легла, потом испугалась, не хочет она на диване спать. Подходит ко мне в кровать, и это самое, видит провода, думает, что это змеи. Перелякает, ну, короче. Что он нам это взял? Ну, наконец-то, это самое, я уложила к нам на кровать с малышом, и она заснула. Вот это где-то около часа 3 ночи было. Так что было весело. Ну, зато она спала там до 10 часа. Кстати, загружаю серию я со вчера на YouTube, и это берет очень долгое время. У мамы очень медленный интернет. Так что неизвестно, когда он серия сегодня выйдет. Я ее уже загружаю где-то с 3 ночи. И мы только 60% загрузили. Так что... На! Вот этот мальчик хорошо себе спал. Такой сладкий. Да, я хорошо спал. И никакие змейки, никакие кошки страшнее не было. Да, мой сладкий. Ты хороший мальчик. Бабушка сегодня идет к подруге на день рождения. Она сделала экибану с своего сада. Смотрите, как красиво выглядит. И кошка как раз такая идиллия. Садоводная. Кошка сейчас такая классная, когда мама рядом. А когда ее нет, она такая злюка. Я ее так хочу прибить иногда. Шипит она на моих детей, на меня. А сейчас вот так. О, что это такое? Что это такое? Все-таки... Для меня это как маленький отпуск. Ой, кто там спит? Хорошо, в гостях у мамы. В общем, сейчас 12:43. У меня загрузилось 80% моего видео. И пишется, что осталось для, чтобы загрузить эти 20% оставшихся, 2:45. Офигеть, какой медленный интернет. В общем, я сейчас нарисовала лицо.
Анжелика забыла свой рюкзак и зарядку для телефона. И это самое. Так что я еду домой, отвезу ей это, и потом вернусь. В общем, с бензином у меня сейчас, в общем, не очень. Так что я думаю, сейчас заеду, пока у меня детей нет, заеду, куплю бензин. Так как сегодня вечером мы с детьми едем на вечеринку в честь оканчивания школы одной из подружек. Моя подруга, ее дочь заканчивает школу, а ее дочь подружка моих старших девчонок. В общем, это будет в другом городе, то думаю, лучше сейчас загрузиться бензином и не париться позже. А также я подъехала к супермаркету, тут как раз около бензоколонки, купить такитос, вот эти трубочки такие из мексиканских кукурузных блинов с куриной начинкой. Моим девчонкам это нравится, так как я думаю, папа сильно готовить не будет, чтобы у них было что есть. И заодно Дэнни позвонил, попросил меня купить мясо для бутербродов и молоко. А мне надо взять открыточку для этой девочки, которая заканчивает школу. В общем, чтобы туда вложить наш подарок. В смысле деньги. Я ничего другого не хочу покупать. В общем, я дома. Девчонки тут страдать начали. Нам скучно здесь. Бла-бла-бла. Папа им работы не найдет, понимаете. Может быть, что-то им делать, сделать, чтобы скучно не было. В общем, я забираю с собой. Пойдем, наверное, поведу я младших на фонтаны, а старшие в это время могут походить по магазинчикам по этой главной улочке около мамы. Габриэл это самое сейчас играет, но Дэнни сейчас через пару минут заберет его к двоюродным братьям. У них троюродным. У них будет эта игра в футбол, наш футбол, кстати, не американский, и он пойдет на эту игру и просто проведет с ними время. Так что жду девчонок, когда они уже будут готовы. В общем, подростки. Это самое. Анжелика, ей скучно, она хочет выйти. Джульетта, она говорит, а я еще не готова. Я говорю, я уже готова идти, меня бабушка ждет. Короче, говорит, а мы вернемся еще? Я говорю, нет, не вернемся. Тогда я не иду. Анжелика злая на сестру. Ну, в общем, я еду к бабушке сама. Знаете, я тут уже почти подъехала к маме и решила... Солнце, что солнца нет? А, вот оно, солнце. Это самое. И мне, когда я уезжала, сказала, мама, купи мне какую-то игрушку. Любую игрушку. Я подумала, что наших детей все равно выведу на фонтаны, а в прошлый раз Тринка там вечно у всех детей это самое отбирала их водные пистолеты. Пойду, наверное, куплю им водные пистолеты, чтобы они с ними игрались. Как раз вот долларный магазин около мамы, и я сейчас соображу это дело. В общем, вот такие два куплю, они каждый по $5. Куплю по разные цвета, чтобы они знали, чей есть чей. Надеюсь, что они из-за цветов драться не будут. Ну, мама сейчас парковка вообще кипиш. Все дома, выходные. Я прямо около мусорки. Ну, ладно. Приехали мы на эту улочку. Но до фонтанов я обещала девчонок повезти. Thank you.
Итак, мы зашли в шоколадное кафе. Я заказала себе ледный чай Earl Grey. Девчонки едят зефиры в шоколаде. Скарлетт в белом. И это в черном. И теперь он сказал, что ей не нравится. Смотрите, какой раритет. Когда смотрю на что-то такое, вот такие весы и плюс вот такие весы. Это мне напоминает, о русском базаре на Украине. Тут музыка говорит, это моя любимая песня. В общем, я заполнила пистолеты своим девчонкам. А вот одна. Какая-то девочка за ней бегает, за ее пистолетом. Ага. Я сижу в тенечке с малышом, он уже бутылочку выгулял. По-моему, хочет вылезти. Будь здоров, сладкий. Будь здоров. А я пью вот свой холодный чай и наслаждаюсь теньком. Потому что все-таки не вечер. И, ну как, 16:00. Ну, жара. А пришла, сняла шузики, свои сандалеты. И попыталась ходить по этому полу, и обожгла сразу ноги, давай страдать. Так что я говорю, да, храни свои сандали на ногах. Это тебе не цац купец. Что мне напоминает, когда-то мы с сестрой на Черное море ездили, и такие крутые поперли босиком до моря от нашего одеяла, а бежали далеко от берега. Чуть ноги не попалили, нашли какого-то мужика. У него тень была, матрас надувной стоял. И мы как дурочки под этим матрасом стоим, это самое. Остываем, он так смотрит на нас. А мы, блин, ну, реально ноги попалили. Без 15:04. Короче, малая засранка плакала, потому что там дети были с другими пистолетиками меньшего размера. И она это сама ревела, потому что она хотела забрать их пистолеты, хотя ее намного больше и помещает больше воды. Так, конечно, это, конечно, что-то с чем-то. Красавицу бабушку, платье в пол, внук на руках, она сама как Мадонна, мать. И посмотрите на эту прическу, тут у нее какие-то, ну тут не видно, блестящие такие эти самые, ну в общем такая леди. Что да, все, очень все красиво выглядит. Ты доволен? Ты теперь доволен? Трошки поспал, теперь покойся, где мое солнце? Жарко. В общем, мы приехали на место, где будет эта вечеринка. Куча машин уже здесь. В общем, мы заходим. Не знаю, навряд ли будут там снимать. Вечеринка закончилась, всех загрузили. Вон же Вики тарелка в путь. Сбрасываем Анжелику домой и едем к бабушке еще на одну ночь. А потом уже, я не знаю, папа гуляет вальсом.
Все, едем. Короче, пришли к бабушке, я даже не рассмотрела, была ее машина на парковке или нет, потому что парковка была забита, я ее там нашла, еле такое узенькое место, и вперлась между двумя машинами, еле-еле двери открывала. Такие что забыли? Приходим, дверь закрыта, стучимся, никто не открывает, думаю, ну нифига себе, бабушка заснула. Ни свет не включила, ничего, короче, открыла, а мне... Включила, у меня ключи есть, я открыла дверь. Говорю, бабушка, нифига. Короче, бабушки нет, бабушка до сих пор тоже на вечеринке. Хотя я думала, она обычно пораньше убегает, а тут девушка наша, та самая, развлекается. Ну, молодец, так и надо. Короче, у нас ночной обжирон. Да, классно. Да, короче, бабушка пришла. И начала варить суп, голодающему по воде. А я буду пить чай, так что буду с вами прощаться. Желаю вам спокойной ночи, до новых встреч и бай-бай.